Это Енисей. Мы продолжаем. По всему краю проходят последние звонки. В этом году 15 тысяч учеников прощаются со школой. Одно из них в Енисейске. Сегодня посетил губернатор Александр Рус и поздравил выпускников с успешным завершением года. Школа номер 9 – самая молодая в старинном городе и самая современная. В ней учатся около 500 детей. И практически каждый год есть отличники и медалисты. Глава региона поблагодарил учителей и родителей, а самим ребятам пожелал успехов при поступлении в вуз. Я вам дам простой совет. Смотрите вверх. Ставьте перед собой высокие цели, и вы сможете их достигнуть. Жизнь и судьба любят смелых, уверенных и настойчивых. Удачи вам.